Пенсионный возраст – самое время танцевать. Так решили жители Люберец и организовали танцевальную программу на свежем воздухе. Теперь каждую пятницу в Наташинском парке звучат знакомые песни, и любой желающий может пуститься в пляс. К активным люберчанам присоединилась и наша съемочная группа. Еще год назад для того, чтобы потанцевать на открытом воздухе, приходилось ездить в Кузьминки, Раменское или Некрасовку. Путь утомительный, не всем удобный. Тогда Василий Мочалов задумал организовать такие встречи в Люберцах. Собрал ровесников и обратился за помощью к администрации округа. И я решил сам это все сделать. Людям понравилось, поэтому я решил вот так. Мы организовали на детской площадке. Так появилась традиция собираться каждую пятницу. Танцплощадку перенесли на главную площадь Наташинского парка. Здесь и место больше, и звук лучше. Музыку Василий Иванович подбирает сам. Только популярные песни, любимые всеми поколениями. Отсюда и название «Ретро в моде». Руководство парка помогает. Настраивает технику, расчищает танцплощадку и делает афиши. Мы со своей стороны поддерживаем инициативы наших пенсионеров, нашего старшего поколения. И очень рады, что они у нас такие активные, подвижные. Надеемся, что с приближением тепла станет гораздо больше, многочисленные все наши встречи, потому что к ним активная молодежь подключается. Танцевать собираются в любую погоду. Глядя на таких активных пенсионеров, в пляс пускаются и молодежь, и маленькие дети. Молодцы! Ирина Попова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.